Место расположения гнезда с новейшим оборудованием – лесной массив Стригина. Как рассказали специалисты, это технически сложный проект. Его реализацией орнитологи занимались целую весну. Камеру установили у маленьких хищников – птенцов серой неясыти. Это очень редкая птица. Она занесена в Красную книгу Нижегородской области. В регионе насчитывается всего несколько сотен этих пернатых. Любая дополнительная информация об этих птицах, она имеет и научное значение. Научное – это понятно, да? В принципе, любая информация о птицах, она имеет определенное научное значение. Вот. А она имеет еще и прикладное значение, потому что, понимая, как они живут, как они питаются, какое у них там гнездовое поведение, мы можем в той или иной степени корректировать свои действия по охране этих птиц. Понаблюдать за пернатыми можно в реальном времени на сайте, который сейчас указан на вашем экране.